Лев уже появляется здесь на льду, слов на авторены. Ну и вы видите, сейчас под гром аплодисментов будут нам представлять стартовую пятерку Слована. У Слована последний домашний матч, длительная была сейчас домашняя серия. И вот после двух поражений от Северстали со счетом 0-3 и 1-2 уступили минским динамовцам хоккеисты Слована. Вот одержана наконец-то победа 3-0 над чеховским Витязем. Ну и потом условно будет выезд не такой уж прям суперсерьезный. Спартак, Донбасс и Рижская Динамо. Можно в этих матчах брать очки, хотя понятно, что особым тут мотивированным выглядит Донбасс, который продолжает биться за заветную восьмерку. Именно хоккеисты Слована вот сейчас постараются, как говорится, хлопнуть дверью и порадовать своих болельщиков в последнем домашнем матче. И уже регулярку больше не увидят здесь на слов на вторение. Но то, что Слован выйдет в плей-офф, практически не возникает у нас сейчас вопросов. И после гимнов мы продолжим нашу трансляцию. Thank you.